Всем привет! Сентябрь подходит к концу, и последние, возможно, теплые деньки этой осенью решили насладиться и выбраться в Лазенки Крулевские. Были мы здесь уже прошлой зимой, вернее, в прошлом году зимой. Видео можете тоже глянуть, в описании ссылочка будет. Вот, а летом, буквально осенью, еще ни разу не были. Вот и решили сходить покормить белочек. Ева вам прикупила орешки. Да? Будешь кормить? Mm-hmm. Алена уже настроилась на павлинов с распущенными хвостами. Надеюсь. Вот, так что продолжайте смотреть наше видео, оставайтесь на канале. И не забывайте, знаете что? Не забывайте ставить лайки и писать комментарии свои. Нам это очень важно. Кстати, еще, может быть, пофоткаемся и какие-нибудь хорошие кадры у меня получится. Алена не сильно ценит меня как фотографа, но может быть. Так что подписывайтесь на Аленин инстаграм, там могут быть свежие фоточки. Она обещала вести. Если будете подписываться, писать ей, она обещает вести инстаграм более плотно. Как проходит съемочный процесс? Эва! Эвча! Фу, ну куда же ты собираешь? Грязные сейчас руки будут. Где курица цветная? Кушает? Она на маслюре. На маслюре. Пюра? Бура. Пришли тут, первого павлина встретили. Уже люди его пофотографировали, покормили. Вот еще пару снимков Алена там сделала. И вот так вот павлины гуляют вот по всему парку. В принципе, свободно. Тут можно кормить белочки. Сейчас плавно мы подходим к какой-то китайской вот штуке, построенной, подаренной китайским народом, если не ошибаюсь, для Варшавы. Но это вы прочитайте в Википедии. Я уже не помню. Ты помнишь? Такого не помню. На самом деле еще деревья достаточно зеленые и не пожелтелые листва. Но еще буквально, наверное, через полмесяца, месяц, все будет желтое, красное, красивое. А в ноябре и вообще голые деревья. И наступит зима. Тут мы плавно подошли к дворцу на воде. Евина любимые фигуры. У нас же Ева ценительница искусства статуй, да? Евуня, патч. Сегодня, как, наверное, и всегда, здесь много людей, много туристов.
Прям целая охота объявлена. И они уже не как каждым бегут. А вот в этих вот дебрях где-то возятся павлины. Алена как фотоохотник хочет их выследить. Почти безхвостые павлины. Мама, тут две. Не могли меня подождать, прежде чем скинуть свои хвосты эти? Я вас когда-нибудь с распущенными хвостами увижу. Расскажи мне, курица. Ева, сядай. Спокойно. Не рушайся.
Вот небольшая наша прогулочка по лозенкам сегодня в поисках кормежки белок, которые не совсем ручные оказались сегодня. Получается, выходим. Вот такой вот канал еще, продолжается парк немножко. И по другой стороне стадион Варшавской Легии. Обещаю, как-нибудь схожу на футбол и тоже засниму вам репортаж, как же болеют в Польше за варшавский клуб. Ну, а с вами будем прощаться, поэтому оставайтесь у нас на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, главное, комментарии, потому что нам очень важны ваши комментарии и мнение ваше на нашем канале. В общем, оставайтесь с нами. Всем пока. Bye.